В Министерстве экономического развития Башкортостана откроют горячую линию для инвесторов, в том числе потенциальных. Поступившие таким способом жалобы, предложения и пожелания власти республики будут рассматривать в приоритетном порядке. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Порядок оперативного устранения нарушений в сфере инвестиционной деятельности утвердили в правительстве республики. Данный порядок подразумевает сокращенные сроки рассмотрения таких обращений, поступающих на горячую линию. Общий срок рассмотрения будет составлять 10 дней. Кроме того, Министерство экономического развития, как орган исполнительной власти, уполномоченный на рассмотрение таких обращений, будет уже оперативно, посредством там, внутриведомственного взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, отрабатывать порядок прохождения данного обращения. Первоочередная задача регламента – выявление нарушений законодательства в сфере инвестиций, их устранение и привлечение виновных к ответственности. Также для удобства инвесторов сейчас в республике существенно сократились сроки регистрации юрлиц, выдачи разрешений на строительство, регистрации права собственности на недвижимость, постановки на кадастр и учет, подключение к сетям газа и теплоснабжения, водоотведения. Об этом рассказали в Минэкономразвитии.